В Японии завершился бой Геннадия Головкина с Муратой. Я уже почитал первые комментарии, как бы эксперты сходятся во мнении, что первые два раунда были примерно равными. Все-таки боксеры долгое время не выступали. Мурата провел последний бой в декабре 2019 года, а Головкин в декабре 2020 года. Поэтому, конечно же, я думаю, боксерам нужно было время, чтобы привыкнуть к рингу. И все-таки одно дело проводить спарринги, тренировки, другое дело такой бой, когда многомиллионная публика у экранов. Интерес к бою есть, мы это ощущаем как бы тоже на нашем канале. Геннадий Головкин победил техническим нокаутом в 9-м раунде. Все-таки сказалось и мощь, и класс Головкина в этом бою. И результат вполне, конечно, ожидаемый. Мы все это уже обсуждали. Может Головкин выиграть досрочно. Ну и как я где-то предполагал, что где-то в 9-10 раунде похожий исход боя. Вот все случилось, в принципе, в 9-м раунде. Что будет дальше? Посмотрим, будет ли бой снова с Канело Альваресом. Я думаю, скоро об этом будут обсуждать эту тему. Я думаю, сейчас надо просто поздравить Геннадия с этой победой и ждем дальнейших поединков в этом году.